И всем привет, ребята, вы попали на мой канал Настя Плей, и меня зовут Настя. И сегодня мы с вами представим очень прикольную группу под названием «Выжить убийца». А по-английски как она называется, я не знаю, сорян, но надеюсь, вы ее найдете. Итак, давайте посмотрим, сколько вот этот скин стоит. 999 баксов. О боже, как так можно? И это также... Я не думаю, что кто-то купит такие. Кстати, давайте посмотрим, какие тут ножи. Кстати, у меня 735 монеток. Я могу что-то себе купить. Ну, недорогое, как всегда. Жалко. Вот так, рулеточка. Будем знать, кто же будет сегодня убийцей. Итак, я сегодня не убийца, поэтому я очень сильно рада. Мне очень нравится здесь искать сундучки. Может, знаете, можно получить монетки. Давайте поищем тут еще сундучков. Так, почему тут все стоят? Ладно, самое главное, это будет освобождать еще людей, потому что им тоже понадобится наша помощь, как всегда. Итак, ой, где-то здесь убийца. Если красный цвет, значит, это убийца где-то рядом. Извините, у меня шикарный просто русский. Итак, мы сейчас на шкафу каком-то. Так, приглядели, упали. Ладно, ничего страшного. А, кстати, вы знаете такую секреточку? Я ее только вчера не узнала. Да, вот такая я. Так, давайте найдем какую-то вентиляцию. Давайте уйдем с этой комнаты. Здесь как-то скучно, тут нет сундучка. О, смотрите, какие-то очки. Давайте все равно возьмем. Вдруг мы за них получим денежки. Да, кстати, за сундучок можно получить только 3 денежки. Это так нечестно. Кстати, какой-то тут осколочек длинненький я нашла. Давайте вентиляцию пошли. И поищем убийцу. В этой комнате нет убийцы. Это хорошо. Итак, идем в эту комнату. Все, убегаем отсюда, мы поняли, где убийца. Итак, сейчас давайте еще поищем сундучков. О, кстати, что такое? Какая-то штука непонятная, шкафы какие-то старые. Ладно, не важно. Итак, давайте идем через дверь, поищем тут что-то. Я не знаю эту локацию вообще, я не первый раз. Кстати, это пиццерия. Я знаю такую игру в Роблоксе. Если вы знаете, то обязательно пишите комментарии, если только они будут включены. Если они будут выключены, то простите, у меня YouTube выключает их, поэтому я не могу ничего поделать. Я нажимаю кнопки включить, но они у меня выключаются сами. Ладно. Пошлите вот в эту комнату, посмотрим, что тут. Итак, здесь нет тоже убийцы. Давайте пойдем, обратно. А, нет, давайте в эту дверь пойдем, посмотрим, что тут. А, мы в эту же комнату пришли. Блин, здесь какой-то лабиринт, это не локация какая-то, это полный лабиринт. 3, 2, 1, go! Спасибо, девочка, она меня сегодня спасла. Ладно, кстати, вы заметили, как я иду? Странно. И у меня руки как-то скрестены, я не понимаю. Просто, ладно, давайте тут. Подождите, тут убийца идет, видите, красный фон. Все, она ушла. Ой, он ушел, убийца. Кстати, убийца, это она моя или он мой? Не знаю, наверное, убийца, это оно. Итак, мы в какой-то вентиляции. Давайте поднимемся наверх. Посмотрим, что тут. К какому-то мы придем. О, мы опять в этой комнате оказались. Мы здесь только недавно были. Ладно, пока что тут нет убийцы. Ну, давайте поднимем обратно. Пойдемте. Итак, выход скрывается через 1 минуту. Еще надо 1 минуту выжить. И потом все. И потом мы можем заваливать. И мы выигрываем. Итак, кстати, еще никто рип не сделал. Это очень хорошо, еще никто не умер. Все держатся, все молодцы. Вот смотрите, как компас. Ну, пошлите прямо. А нет, давайте, да. Посмотрим, что тут. Тут ничего нету. Куда пойти нам? Да.
Девочка в таком шикарном месте спряталась. Ну вообще ее вообще не найти. Ладно, так, идемте в какую-то еще вентиляцию пойдем. Это просто так скучно. Вообще убийца никого не ловит. Так неинтересно тогда играть. Так, пойдемте искать. Что-то. Ой, упала. Блин. Ну, идем обратно. Так, кстати, все открывается. Выходы открыты, побег, все. Сваливаем куда подальше, все нам диамантики дали. Все, мы выжили, ура! Итак, выходим из домика и посмотрим, кто еще у нас остался в игре. Почему еще не заканчивается игра? Итак, тут еще пацан какой-то, вот, убийца, какой-то страшненький, и еще какая-то девочка, та, которую вы, наверное, заметили, которая была в шкафу. Да, она спряталась, ее вообще не найти. Ну ладно, может быть, если хотите, чтобы я сняла вторую часть, как я играю в эту игру, то обязательно пишите это в комментарии, насколько они у вас выключены. Или если вы хотите, чтобы я еще поиграл, то обязательно поставь лайк. Да, потому что я только начала снимать это мой ток, второе видео. Даже так можно сказать. Да. Ну а так, обязательно поставь лайк, подпишись на канал, мне же будет очень приятно. Всем пока!